Всем привет, ZBrush семерочка, и продолжаем делать железного человека. Вот такая вот болванка заготовка получилась. Что я сделал? Я забросил со скульптриса вот эту вот модель набросок в ZBrush. Что я следом сделал? Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, Trim Rect. И обрезал ненужное. Вот так вот. У меня получилась вот такая вот голова. Следом, что я делал, я поставил симметрию и немножко тут уже подкорректировал размер. И потом уже с помощью Morph Topology кисти подкорректировал именно уже вот этот изгиб. Вот так вот. Получился вот такой у меня шлем. Чуть-чуть кое-где пролепил, кое-где добавил детали. И вот что следом получилось. Я сделал всему этому DynaMesh. Вот такой у меня получился шлем после DynaMesh. И потом я еще немножко доработал его, уже добавив дивайдов. Вот так вот изменил сетку и уже тут поработал полюш. Вот это вот полюш и планером тоже можно поработать, кое-где добавить. Также можно все это дело закинуть опять назад в скульптрис и уже подкорректировать там вариантов валом. Так, что теперь делаем? Вот мне теперь нужна именно маска. Хочу раскидать теперь все вот эти части софтулом. Так, ненужное отключим. Что можно сделать? Первое — это обрезка. Можно порезать кистью, допустим, так вот, это не нужно уже. Делит, окей. И эту маску я тоже делит, окей, удалю. И погнали работать уже с этой моделью. Делаем дубликат. И теперь будем смотреть, что да как. Так, попробуем вот так вот обрезать это все дело. Так, срезка нормальная. Теперь попробуем поставить Trim Circle. Вот так вот. Так, пардоньте. Так, поставим Trim Curve и попробуем все это дело изящно, красиво обрезать. Alt, все это выводим, обрезаем. Можно, конечно, все это замаскировать и назначить полигруппу. Ну, в принципе, вариантов, как всегда, очень много. Так, следом делаем угол. Ну и теперь можно как раз поработать Trim Circle. Вот так тут изгибы поставим. Где-то что-то потом еще подкорректируем. Это не беда. Так, что-то в таком духе. Следом немножко вот так произведем обрезку. Ну и в принципе можно ее вот так и срезать. Так, смотрим, что у нас тут сверху. Ставим Trim Curve опять и попробуем ей обрезку сделать. Можно, конечно, делать вычитанием. Ну, посмотрим. Так, вот такая болванка получилась.
все пойдет, все нормально. Это нормально, да. Теперь попробуем немножко Dream Circle, вот эту часть тоже ликвидировать. А потом все это дело подкорректируем. Так, все нормально. Ctrl-W делаем, делаем одну полигруппу. Вот так. И теперь давайте зайдем в геометрии, сделаем DynaMesh. Так, Ctrl-Z. Сделать теперь нужно этой модели дубликат. Дубликат пока отключим. Выравниваем Shift, левая кнопка мыши, если кому надо. И делаем всему этому делу DynaMesh. Смотрим, что у нас получилось. Вот так вот. Прикольная маска. Теперь включаем второй Subtool и делаем Projectal. Смотрим, что у нас получилось. Вот так. И теперь включаем второй Subtool. Переключаемся на него, ставим прозрачность и давайте поработаем вычитанием. Так, геометрии, size. Так, Ctrl-Z. Геометрии, size. С помощью MOV можно немножко все это дело увести. И давайте посмотрим, что у нас тут с стенками. С помощью... Так, с помощью MOV. Опять же, можно все это дело Ctrl-Z немножко сплюснуть. Вот так. И немножко замаскировать посередину маски. Вот так. И с помощью MOV все это дело приподнять. Так, Ctrl-Z. Симметрию можно отключить. Вот так вот. Маску можно снять. Теперь Ctrl и ставим Mask Curve. И вот так все это дело замаскируем Ctrl и. И с помощью MOV давайте чуть-чуть вытянем. Вот так вот. Теперь прозрачность можно отключить и визуально осмотреть модель. Вот что-то такое получается. На маску переключимся, маск, циркл круглый поставим. Так, вот так все это дело сделаем. Жмем Ctrl-I и вот это все делаем с помощью симметрии, вытягиваем в бок. Вот так вот. Так, Ctrl-Z. Ставим прозрачность.
И теперь с помощью мов попробуем еще раз вытянуть. Так, вот такое дело получается. Внимательно все это дело осматриваем. Где надо, сглаживаем, чтобы лишнего не было. Так, ну и теперь мов топологи. Немножко все это дело можно подкорректировать. Вот так вот. Снимаем маску. Делаем Ctrl-W. Вычитаемой вот этой модели. И делаем Dynamesh. Вот так вот. Теперь ставим эту модель на вычитание. Переключаемся на верхнюю модель, делаем Merge, Merge Down, OK, и снимаем маску. Все, вычитание прошло классно. Вот такая маска получилась. Теперь можно немножко это все Ctrl-Z с маленькой интенсивностью все это дело выгладить. Вот так вот. Ну и теперь давайте уберем глаза. Так, добавим Ctrl-D. И маской. Drop size уменьшим. Вот так вот. Так, делаем теперь Ctrl-I. Заходим в дисплей, так, заходим в Visibility и делаем Hit PT. Вот такая штука получилась. Заходим теперь в геометрии. Включаем полигруппу появившуюся и делаем Del Hidden. Когда у нас готова маска, давайте теперь переключимся на вторую модель, на болванку, и заберем здесь челюсть. Жмем дубликат опять. Маску можно отключить пока. И опять включаем Ctrl-Shift и поработаем резко. CreamRack сначала. Вот так вот. Так, теперь можно включить trim curve полосу. Вот так вот.
Так, челюсть забрали. Давайте теперь все это делаем, повычитаем. Опять же ставим. Так, смотрим Ctrl-W. Делаем одну полигруппу. Теперь геометрии DynaMesh. Так, Ctrl-Z. Сделать надо еще дубликат один, чтобы потом спроецировать детали. Делаем вот этой модели DynaMesh. А теперь делаем Projectile. Переключаемся на вторую модель. Ставим прозрачность. Polyf можно выключить. Вверх вот так вот ставим. И теперь в геометрии опять size. Так. Толщину подкорректировали. Тут смотрим что да как. Поработаем немножко маской. С помощью мов немножко все это дело вытащим за пределы. Вот так вот. И теперь давайте снимем маску, замаскируем вот так вот. И вот эту вверх вытянем вот сюда. Так, смотрим толщину, чтобы толщина была у нас нормальная. Вот так вот, да? Еще немножко поднимем. Делаем Ctrl. Так, снимаем маску. Ctrl-W. И делаем DynaMesh. Добавляем дивайдов, Ctrl-D, Ctrl-D. Отключаем симметрию. Так. И ставим на вычитание. Делаем так. Добавляем дивайдов еще этой модели. Вот так вот. И делаем merge down. Окей. Снимаем маску. Не работает. Включаем DynaMesh. Так, вот такое вычитание прошло. Делаем Ctrl-W, Ctrl-D, Ctrl-D. И давайте немножко пойдемся по лишь. Так, вот такая челюсть уже взята. Потом можно еще будет доработать. Прибавляем к этой челюсти нашу маску. Ну, уже и неплохо. Вот такая штука получается. Так, в следующем ролике заднюю часть доделаем, доведем до ума всю вот эту композицию и уже примерим на какого-нибудь гражданина. Все, всем пока.